Наконец-то прибежал, наконец-то. Кузнец, ёшкина контора! Сейчас подожди, дай я легкие выплюну. Я к тебе бежал день и ночь, день и ночь, день и ночь, 300 километров пробежал, чуть легкие не выплюнул. Короче, кузнец, мне нужна твоя помощь. Смотри, что я нашел в прошлой серии. Вот, вакцину от отравленного оливье. Хоть ты с дуба рухни, но мне нужно это как-то переделать в водомет. Водомет, знаешь, есть огнемет, это водомет. Хоть ты сдохни на этом месте, но мне нужно, чтобы через пару часов вот эта тарантайка работала как водомет. Мне нужно полить всех зомби в городе вот этой священной водой, чтобы они обратно превратились в людей. Я тебе даю тебе 2 часа! 2 часа даю тебе, чтобы через 2 часа здесь все было готово. А я пока пойду отдохну. А то я последний раз в тренажерном зале год назад был. Так и умереть можно! Если 300 метров без остановки бежать. Ой, сейчас полежу на... Вообще. Не спортсмен я у мамки, не спортсмен. Ну чё ты курносый? Все дела бандитские сделал. Ну давай, скажи мне что-то, скажи, да, дай мне что-то, пожалуйста, не подводи меня, а то если он меня подведет, я должен буду его на шашлык пустить. Но тут уже вопрос не ко мне, тут вопросы к дедушке Вахтану, знакомый моего дедушки, дедушка, который на Кавказе жил. Неважно, короче, опа, что это такое? Кристаллизированная вакцина. Подожди, я ему дал зелье, а ты из этого зелья сделал кристаллизированную вакцину? А что мне из этой вакцины делать, а? Вдыхать в нос ее или что? Чё ты говоришь? В печке что-то? Что в печке? Что в печке? Здесь ничего под... Антизомби-джебашилка! Ты еще сложнее не мог назвать вот эту пушку? Что это такое? Подожди. Опа, 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 опа! Чё это такое? Тихо, успокойся! Успокойся, я сказал, не хотел в тебя пульнуть. Ой, ты... Извини, я тебе немного... Извини, я... Да, алло, хватит, я тут тебе немножко сломал это все, броньку. Ну ничего, я выковаю ее заново. Или она сгорела. Кузнец у меня плохой, ребят. Это нормально то, что я только что броньку кинул в огонь? Она же выкуется там заново, да? Или все же я что-то неправильно сделал? Короче, кузнец, как я понял, с помощью этой анти-зомби-джебашилки я смогу восстановить всех зомбарей. То есть, смотрите, у меня... Спасибо большое, кузнец, мы с тобой в расчете. В каком расчете? Планету с тобой спасаем в расчете. Подождите, она вообще урона она наносит или что? А ну, пси, налови, я не знаю просто. Да, она урон наносит. Извини, я пузико просто тебе почесал. Так, ну я забыл сказать изначально то, что добро пожаловать в новую серию жизни ютубера. Кто не знает, что у нас происходит? У нас происходит... Первая буква будет G, а последняя будет A. Можешь сам догадаться, что это за слово. У нас происходит конец света. Но в предыдущей серии мы выяснили то, что Баба Галя... У меня нет кости, собака блохастая, или ты меня съесть хочешь, я не знаю, может ты вурдалак какой-то. Мы выяснили в прошлой серии то, что Баба Галя является виновником этого торжества, то, что она запустила этот зомби-апокалипсис через оливешку. Слушай, псина, сиди на месте, у меня дома есть уже один блохастый, тебе мне больше не нужно. Она сделала этот зомби-апокалипсис. Но мы ее убили в предыдущей серии, так же, как с Дедуганом. Я, правда, не знаю, где сейчас буду брать всякие ингредиенты для того, чтобы потом развивать свой ресторанный бизнес, потому что я даже не знаю, как мне крафтить потом какие-то блюда. Прямо сейчас надо мной будет подсказочка. Если ты хочешь узнать, с чего это все началось, если ты хочешь узнать, что мы будем делать дальше, как вообще наступил этот зомби-апокалипсис, откуда у нас супер-анти-зомби-джебашилка, посмотри вот эту серию прямо сейчас, после ее просмотра переходи обратно на эту серию и досматривай ее до конца. У нас была вакцина. Этот чубзилет является не только кузнецом, он еще является тем, кто сможет переделать воду в какие-то кристаллики, а потом с помощью анти-зомби-джебашилки сделать так, чтобы я эти кристаллики распылял на всех зомбарей. Давайте проверим на вот этих. Слушай, ты... Опа, давай, миленький. То есть получается, если я буду их убивать с помощью вот этой джебашилки, только смотрите, они как-то слишком... Слушай,
Если я буду их убивать с помощью этой зомби-джебашилки, да, то они будут возрождаться. А вот эти, походу, не возродятся, потому что я убил их не с помощью джебашилки, а с помощью ножика. Да ничего страшного, мне кажется, это просто какие-то приезжие были. Мне кажется, они здесь не жили до этого. Самое главное — спасти своих знакомых, жильцов этого города. Ну шо, бандюга? Слушай, ты берега случайно не попутал? Иди сюда! Давай проверим, у кого пушка мощнее. Зомби-джебашилка, значит, да? Не стреляй, я тебе жопу спасаю, жизнь тебе спасаю. Опа. Да, вот этот не умер, вот этот просто вырубился. Значит, после того, как он очнется, он должен обратно стать живым человеком. Я же распилил на него вакцину, да? А ты тут с калашом своим! На! Иди сюда, иди сюда! На! На! Сейчас, главное его вот так запулять! Па! Опа! Это тоже вырубился. Так, хорошо, минус 2 есть. А вот с этими действительно какая-то проблема. Прямо сейчас нам нужно очистить еще банк. Кто здесь есть? Опа, охранник Степа, здорово. Охранника Степа я узнаю из тысячи. На нем шапка охранника. И все. Здесь еще где-то должен быть какой-то банкир. Подожди, это не банкир. Это ты не похож на банкира. Ты... А нет, это был банкир все же. С него золотые монеты выпали. Подождите, пацаны. Сейчас я к вам припрыгаю сюда. Опа. Охранник Степа, ты первый. Охранник Степа, давай, миленький мой. Туда запускаем, главное туда запустить. Хотя я даже не знаю. Это обычные зомби, это какие-то посетители. Я вообще... Опа, я здесь случайно окошко сломал. Охранник Сёпа, не сажай меня в тюрьму, пожалуйста. А вы даже отсюда выйти не можете, да? Или можете? Слушайте, отстаньте от меня! Не. Кому левый глаз почесать? Мне кажется, левый глаз у тебя чешется. Нет, все же я как-то заразил вот этого банкира, и мне кажется, что это реально банкир, потому что с него выпали золотые монеты. Ну, учитывая то, что банкир находится в стадии зомби-апокалипсиса, мне кажется, я могу забрать у него вот эти монеты, и он даже не заметит. Опа! Сколько? Не знаю, сколько я поднял. Главное, охранник Степа, держи все под контролем. Кто здесь охранник, ты или я? Кого мне еще нужно спасти? Баба Зина, Геннадий Петрович, Бомжара, Катеридзе. Катеридзе, Аид, Арсений Гонщик и также Михалыч. Катеридзу я оставлю напоследок. А в первую очередь, мне кажется, нужно спасти Бомжару. Опа, Геннадий, это кто, Бабзина? Тихо, Бабзин, успокойся ты! Или Геннадий Петрович, я не знаю, вас вообще не различить, кто вы есть такие. Геннадий Петрович, я только что твою жену убил. Что ты мне сделаешь, а? Небось, захочешь отомстить, да? Опа! Тихо, я вам жизнь спасаю, дебилы! Вы что, меня атакуете? Следующий, кто у нас на очереди? Бомжара. Бомжара, стоп. Так, ладно. Какие-то проблемы? Бомжара! Опа, минус. Ты думаешь, что я тебя не увижу за этим стеклом? Мне кажется... Ой. Я Михалыча случайно... Что с Михалыча выпало? С Михалыча радиатор выпал. Мне кажется, у него одно место было слишком холодное, то что он его согревал с помощью радиатора. Я даже боюсь предположить, что это за место было. Я не знаю, что сейчас будет с этим человеком. Я все же надеюсь, что я его сейчас могу как-то заразить вот этими кристалликами вакцины. И там уже посмотрим. Возможно, он оживет, возможно, он не оживет. Это все же мой лучший друг, поэтому зря я его так убил, расстрелял. Но все же я ему только что в нос вкапал вакцину, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Ты чё такой вяленький, Арсений Гонщик? Я тебя вырубил с одной пули! Ай-яй-яй-яй. Ай, Арсений Гонщик. Подождите. Учитывая то, что Арсений Гонщик сейчас в отключке, у меня такое предположение есть, то, что я могу сейчас немножко взять и покататься на его машине. Ты же не будешь против? Какую машину разблокирует вот этот ключ? Опа! А как ее завести? Опа! Ой. Да, водитель с меня какой-то плохой, я даже шлагбаум забыл открыть. Ничего страшного, Арсений Гонщик! Ну, Арсений Гонщик же сейчас не видит то, что я катаюсь на его машине, поэтому ничего страшного. Я просто пару кружочков здесь накатаю. Тест-драйв. Я же все же планирую покупать вот эту машину. А, кстати, а если я сейчас Катюху перееду? Ей урон какой-то нанесется. Катюха! Иди сюда! Па! Ой, я здесь в блоках случайно застрял. Дела плохи. Я в капкане. Опа, все, выехал. Разворот на 360. Подожди, не на 360, на 180. Катюха, я ж тебя вылечить хочу.
Давай, миленькая моя. Пресс, затараню просто. Ой, опять в капкане. Ладно, ничего страшного. Катюха, иди сюда, миленькая моя. Ты смотри, она даже отсюда вылезти не может. Давай, не тяни кота за причиндалы. У меня там еще аид дома, которого тоже вылечить нужно. Катюха, как я соскучился по твоим сырникам, по твоим борщам, по твоим спагетти болоньезе в кисло-сладком соусе. Ты смотри, какая жирная. Ну, в смысле, не в том же плане жирная, а то, что слишком живучая. Фу, я надеюсь, что Катюха вылечится. А сейчас нужно вернуть машину Арсению гонщику, потому что он все же когда-то доочнется. А если он увидит то, что я у него стараторил машину, это не будет хорошо. Вот, он не машину тогда вообще никогда в жизни не продаст. Мне кажется, ли я не выключил машину, подождите. Вот, все, я ее заглушил, да? И сейчас, опа, все, на сигнализацию поставил. Сейчас мы забегаем сюда обратно, ставим сюда обратно ключ, как будто ничего не было. Выбегаем отсюда, баррикады. Баррикадируем обратно двери. Опа, и все. Остался последний. А, нет, еще Костян остался. Лучшего своего друга забыл. Я всех спас, а лучшего друга забыл. Лучший друг. Так, как мне сюда запрыгнуть? Лучший друг, лучший друг. Конечно, у нас сейчас с ним будут большие разборки. Костянчик, сдайся по-хорошему, а? Вот просто сдайся. Дай я тебя просто завалю и все. Договорились? Опа, хорошо. Вот и стой на месте. О, подождите, он реально стоит на месте. Костя, с тобой все в порядке? Ты реально стоишь на месте? Так, у меня больше патронов нет, поэтому Костянчик, нужно разбираться так, давай! Один на один! Что-то такой медленный, Костя. О, нет, я пошутил, Костя. Я пошутил, иди сюда! А, мне кажется, сколько у него жизни осталось? Ой. Костянчик, я знаю... Еще одна отравленная оливешка. То есть в предыдущий раз ты не понял то, что протухшую оливешку кушать не нужно. Ты еще одну затащил. Мне кажется, Костян точно воскресится. Дайте я ему просто запиндолю вакцину вот прям в нос. Все, Костян точно воскресится. Вы знаете то, что Костян у нас хуже Терминатора. Он переживет все, что только возможно после этой вакцины. Зачем вторую протухшую оливешку нужно было кушать? Ничему человека жизнь не учит. Он стал зомби из-за того, что заточил оливешку. Да давай еще одну, давай еще одну. А кстати, вирус лечат вирусом. То есть он первый раз захавал протухшую оливешку, потом еще раз захавал эту уже протухшую оливешку и, возможно, сейчас вылечится. Перчик! Опять стену нюхаешь, да? Опять? А сейчас берем все, что у нас есть в руки. Девки взяли свое в руки, мужики взяли свое в руки. Парни, я имею в виду. Ответственный момент. Самый главный босс. Нужно завалить Аида. И воскресить его потом. Вы готовы? Раз. Два. Три. Аид, руки вверх! А, так он уже сдох. Ну, я опоздал немножко, да? Ну, минус ютубер, что я могу сказать? Ладно, я все же понадеюсь, что мы сможем его воскресить. Аид, извини, я про... Да стреляй ты уже! Алло! О, вот все. Я надеюсь, с ним будет все нормально. Хоть он не так, как бы уже умер. Ну, я не знаю, ребят. Я не врач! Я не врач! Вообще не врач! Мне просто дали вот эту вакцину, я ею пользуюсь. А сейчас я не знаю, что делать. Сейчас нужно ждать. Я не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы они воскресились. И что самое главное, я спрошу тебя, как ты думаешь, воскресятся ли все жители этого города, Катюха, Аид, Михалыч, Костян, после того, как я их сейчас излечил вот этой вакциной? А у меня еще, кстати, осталось 27 кристалликов. Я не знаю. Возможно, на будущее пригодится. Возможно, это вообще лекарство от всех болезней. Кто его знает? Я не знаю, ребятки, что сейчас делать. Скорее всего, мы просто здесь сядем и будем ждать следующей серии. В следующей серии мы посмотрим, сработает ли эта вакцина или нет. Фух, сядем здесь. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Ставь лайкусики и подписывайся на канал, если хочешь видеть продолжение. Ждем, пока воскресится Костянчик, ждем, пока воскресится Катя. Надеюсь, что это случится. Костя!